Здравствуйте, с вами Телегид. Сегодня я расскажу вам о том, как провести это лето. Раскрою тайну того, где в ближайшем будущем будет самое большое скопление красоты. А также покажу новые автомобили, которые презентовал автосалон Kia. Будьте с нами, будьте в курсе. Детское туристическое агентство «Фанкиз» призывает всех мам и пап задуматься. А как ваша семья проведет лето? В этом агентстве огромный выбор летних программ не только для детей, но и для родителей. Оздоровительный лагерь «Школа активного отдыха», детский лагерь «Школа приключений», медиа-лагерь «Фанкиз» и семейный лагерь «Фанкиз». Продолжительность отдыха 10 дней либо 3 недели. Возраст отдыхающих варьируется от 3 до 70 лет. Все зависит от программы, которую вы выберете. Легко будет определиться и с датами заездов. Отдых в Горной Шории прекрасен насыщенными экскурсионными программами и целебным воздухом, и прекрасной природой. Ваши дети не только отдохнут, заведут новых друзей, но и наберутся сил для следующего учебного года. Выберите лучший отдых для вашей семьи уже сегодня. С 7 июня в спортивно-развлекательном комплексе «Арена» пройдет финал конкурса «Мисс Кемерово-2013». Самые красивые девушки нашего города и насыщенная концертная программа. Это будет настоящее шоу. Торопитесь приобретать билеты в кассах «Арены», ведь их осталось совсем немного. После конкурса вся красота плавно переместится в культурно-развлекательный комплекс «Волна». Вы тоже приходите, ведь именно там у вас будет возможность поздравить победительницу лично. В «Волне» всех ждет развлекательная программа и сюрпризы от конкурсанток. 7 июня встречаемся в спортивно-развлекательном комплексе «Арена», а после в 22:00 в «Волне». 7 июня. Спортивно-развлекательный комплекс «Арена». Самые красивые девушки города в финале конкурса «Мисс Кемерово-2013». Грандиозное шоу в канун 95-летия города. Главный приз церемонии – путевка на федеральный конкурс красоты и автомобиль. 7 июня, 19:00. Билеты в кассах «Арены». Справки по телефону 49-69-69. Подробности на сайте sibdepo.ru. ВИП-партнер конкурса – коллегия адвокатов «Регион Сервис». Генеральные партнеры – гриль-бар «Пиплс», цветочная веранда «Вероса», партнеры события, ювелирный салон «Эстет», «Wellness and Spa Club Riviera», ресторан «Гриль-бар 42», караоке-бар «Труфальдино», центр красоты «Дешели», свадебный магазин «Невеста», ювелирный магазин «Кристалл», культурно-развлекательный комплекс «Волна», центр врачебной косметологии «Золотая линия», компания «Хитек». В автосалоне Kia прошла презентация двух новых автомобилей. День открытых дверей удался. В восторге были абсолютно все – взрослые от машин, а дети от сюрпризов и подарков. Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на дне открытых дверей в Kia Center Кемерово Юг. Желаю вам приятно и интересно провести сегодняшний день. Давайте начинать! Основным событием этой встречи стала торжественная презентация двух новых автомобилей – стильного седана Kia Cerato и спортивного хэтчбека Kia ProSeat. Два совершенно новых красавца дополнили широкий модельный ряд Kia. Сегодняшний праздник – это еще подтверждение того, что компания развивается и очень прекрасная компания. Помимо насыщенной развлекательной программы, угощений и подарков, гостям была предоставлена возможность подробно ознакомиться с достоинствами новинок и первым испытать всю мощь автомобилей, пройдя тест-драйв. Все те, кто решил провести уикенд с семьей, остались довольны. Пока родители проходили бесплатную диагностику от специалистов фирменного сервиса, детей развлекала анимация. Аквагрим, рисование машин мечты и все это для того, чтобы с раннего возраста привить детям достойный вкус. Я когда вырасту, буду ездить на оранжевый Kia. Но на этом бонусы не закончились. Подарки гостям презентации также дарили дилерский центр «Ямаха» и торговый центр «География приключений». В этот день всем клиентам они вручали дисконтные карты. А в магазине «Тысяча мелочей» действовала скидка 10%. И это еще далеко не последний такой день в автосалоне Kia. По адресу Баумна 57 вас, дорогие кемеровчане, ждут всегда. Я всем советую, своим друзьям, знакомым, чтобы приобретали автомобили Kia, потому что я сам постоянный клиент и знаю качество этого автомобиля и обслуживание его.
вами был телегид. Делайте правильный выбор, не выходя из дома. Если вы хотите, чтобы о ваших товарах и услугах узнали абсолютно все, звоните по телефонам, которые видите на экранах. Желаю вам хорошей погоды и веселого шопинга!